Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре у нас вот такой резистор SP5-39B1. Судя по логотипу, делали его на заводе Циркон, город Пенза. Вот логотип. Как обычно, я его уже предварительно разобрал, чтобы не занимать свое и ваше время. Тяжелее всего его было вот здесь вот снять, так как он был приклеен хорошим клеем. Вот эта крышка. Но все-таки мне это удалось. Я ее разломал. Я же, чтобы не повредить экземпляр для съемки, потрудился над ним вручную. Итак, приступим. Вот эту вот крышечку я разломал. Первое, что нас здесь интересует, это вот это кольцо с содержанием палладия. Палладий тут точно есть, я его проверял. Правда, точно не знаю проценты, но не менее 20. Как мне кажется, такое же содержание, как на PP343. Вот оно, это колечко. Единственное, надо будет снять клепку. Вот эту вот. Она из серебра, а кольцо с содержанием палладия. Но это еще не все. Дальше. Внутри, что нас интересует? Берем и выкручиваем его по резьбе. Вытаскиваем. Внутри, кстати, вместо резьбы приклеена толстая медная проволока. Так что, кто собирает медь, можете ее тоже вытащить отсюда. Вот эта часть из алюминия. Дальше. Здесь вот такой бегунок. Скорее всего, он тоже палладиевый. Не проверял, потому что надо ее раскусить и сходить нагреть. Ну, переливается как палладий. И вот эта вот игла. Берете вот так вот аккуратненько и вот так выталкиваете ее. Такая вот иголочка. Чем-то похожа на меч. Но она также палладиевая. Ну вот, друзья, как я и предполагал, все эти детали оказались с содержанием палладия. Я их прожег, заклепки отодрал, которые смог. Там немножко осталось. Давайте их сейчас завесим. Так. Кольцо. Лягушки. И игла. Ноль целых 34 сотых.
На этом обзор закончен. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.